Здравствуйте, у нас будет четверо. Сказали внутри, Стас, фу-фу-фу. Ну можно, твой можно, твой можно. Почему? Ставь. Потому что лучше, чем да. Наши, что ли? Не, как там говорил, как Бугдаев, капрончик. 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 Да. А ты что не поставил? Будет справа. Его видно отсюда даже, да. Около знака стоп. А, да. Написано стерф. Не получилось, у них есть лед и кипяток, но в соседнем серфе я узнал, у них есть краник. Проблемы с краником? Да. Ну это плохо, если проблемы с краником. Нет. Да сейчас согреешься, сейчас мы доедем до подъема, и ты согреешься. Вот, работает краник? Водой. Такой. Чипсы водой. Воды набрать? Ладно, лить водички. Именно чипсы холодные, да? Да, там я закрою, да. Только аккуратно. Спасибо. Да. Еще одна. Спасибо. Что, она отказалась, да, мне наливать? Что? Нет, там просто они уже заказ принимали. Вот так вот отлично катит. Да, такая скорость больше всего нравится. Так мы Настю ждем. Чайник кипит. А? Чайник кипит. Слышал? Привет. А, проедем по улице и поедем по старой дороге, а потом по новой, да? Да. Проезжай. Поехали. Я вот думаю, расточительно сейчас гелем собирать. Не знаю, может есть, но заснимай все. Не, мне не жарко. Мы сейчас поедем в ту горку. Не особо. Не, нам не сюда, нам дальше. Но дорога тоже хорошая. Это вот новая дорога, вон там уходит в туннель. Сейчас направо. Надо раздеваться. Ты главное сильно там не улетай, потому что там на водопады пойдем. Где там, Настя? Направо. Да, снимай все, снимай все. Снимай. Не будешь снимать? Нет. Ты уже вся мокрая. Где он это упираться с Клея? Сидя быстрее еду. Какой детский автобус. Интересный. Пазик. Да. Привет! Ждем всех тут пока. А? Водопады? Да, ждем всех тут. Можно с дороги съехать сюда. Да, спускаться можно, нет, на велике. Можно. Там не сильный спуск. Водопады. Ну что, на все еще не хочешь, да, раздеться? Давай, мы ждем, когда ты это сделаешь. Все еще холодно, да? Я просто забыла, куда поворачивать. Все еще холодно? Мне нормально. Ну поехали. Подъема 1195. На. После водопада. Слушай, так вот эта вот дорога просто будет идти. Дальше что? Ну вот такая вот, смотри, какая красивая. Водичка журчит. А вершина какая-то, да, не назад, да? Ну не особо вершина. Ну и не назад, вперед. А, назад мы не поедем же, да? Да. Охуенно.
все дороги бы вот так вот. Снова здравствуйте. Очень хорошо. Да. Отличная джерси. У тебя тоже, да? Привет. Привет. Магаз. Три вершины, видел? Горный продуктовый. Прикиньте, кто-то внизу живет, ему надо вот сюда вот. О, а здесь сильные дома такие, да? Да, тут прикольные домики такие горные. Видишь? В горах. Заебись, дорога. Да, видишь, она тут такая становится волшебная. И машин нету. Машины бывают. Ну, бывает, но... Привет. Можно еще налево, знаешь? Ох, ебать, вот это да. Вот про эту дорогу представляешь, типа тут самая красивая. Ну да, слушай, тут приятно ехать. Все в таких деревьях. Можно перед тем, как домой ехать, заехать в серф, который в Красной Поляне. Он такой тут популярный. Так, а мы что, обратно поедем в Красную Поляну? Не, в этой Красной Поляне, в старой. Куда нам, направо? Не, прям. Вот смотровая, вот. Может туда остановиться, подождать людей. Давай. А видел, какое это волосатая гора такая, видел? Она прям такая вся бросшая. Что-то вас так долго не было? Что-то их долго не было, говорю. Не знаю. Ну тут тоже видно поляну. Это, видимо, ее более верхняя часть. Там, если хочешь покламбить, там можно еще выше подняться. Просто забор. Водопад за забором. Это все, что ли? Нет, тут немножко спуска, а потом будет опять подъем. Ай, блядь. И потом опять подъем. Давай, слушай, приезжай. Давай, приезжай. Давай я. Да. Поехали направо. Направо? Да. Аккуратно машина. Я ее слышу просто. Да. Вот зачем надо вставать. Чтобы не переключать слишком много скоростей. Такой тяжелый подъем. Опа, видел? Видел? Что? Колесо заднее. Буксовало у меня. 16. Ярослав едет. Нормально. Добрый день. Ну тебе же надо 1500? Да. Ну вот сюда, значит, да. Блядь, это вообще не скачет. Ну и хорошо. Че, плохо что ли? Нет. Обратно потом. Да. А вот вид. Ну что, смотри. 1477. Так что полторы нормально берем. Да, алло. Алло. Нет, сейчас Ярослав дойдет до нас. Ему очень тяжело идти сюда. Погоди, еще, Ярослав. А мы сюда ни разу не поднимались, да, вот до этой вершины самой. Еще вот так, ну отлично, да. Не надо, не иди. Побереги колодки, не иди. А, пойдешь вниз? Ты что, съезжала всегда, Настя? А, ты с Настей говорю. Хочешь? Как я это сделал? Дошел. Я забрался. Ярослав дошел до нас. Мы даже не вспотели. Да вообще, на... У меня пульс 148, это пешком. Я даже одну ногу выстегнул. Да. А я две выстегнул. У нас то сколько? 175 было? 180? Ну, местами, да, было 180. Сейчас еще вот так сделаю. Да. Там мотоцикл есть, смотри. Ай-яй-яй, сори.
Ай-яй-яй, вы клёво придумали! Народ, народ, можно по дороге не идти, пожалуйста! Там прикольный мостик, там река называется, я не помню как, типа как-то она то ли стрёмно было? Нет, я что-то этот. Холодно. Сколько у тебя максимальная получилась? Максимальная? А думаешь, тут была максимальная? Ну фиг его знает, да. 64,6, но я думаю, что это было на поляне. Сколько? 64,6. Нихуя у меня смотри. Сколько? Это глюк какой-то. До стоп дома. 128 км в час. Вы чё? Вы чё по дороге ходите, а? Бегашоссеры. Ну вы вообще, сейчас вас полиция, вон ГИБДД сейчас вам штраф выпишет, да. За ходьбу по проезжей части. Поехали в Сёрф кофе бухать. Кофе? Вот тут кофе был. Забухаем, и потом это. Сёрф, который тут местный. Нет, когда ты решил, что я тут хоть раз съезжал? Ты съезжала тут? Нет. Съезжала? Ты тут съезжал, я помню. Там аккуратно, может, сейчас сзади мотоцикл поехать, тот самый. Ну как? Стрёмненько, да? А там сейчас Настя будет пешком идти, потому что там куча собак. Да. Я так и подумал. Он Ярослав едет. Или это не Ярослав? Или это Настя? Настя вот тут ехала. Он смог спуститься там. А тут одинаковый спуск. Он там точно такой же был. О, аккуратно. Он реально там точно такой же был. Олег, у меня практики нету. Ну вот. Запускался, но глаз на него. Теперь я с Бугдаевым там по горкам гоняли. Гидравлика у него с этим, у него еще колодки с охлаждением, видишь? Что, дождя не будет, а какие-то точки собирают. И кажется, что капало чуть-чуть. Я не думаю. Там по прохладу ничего нет. Вот он, Сёрф. Вот у них вот тут всегда фоточки всякие прикольные. А, мы Джой смотрели, а тут Сёрф маленький, буквально. Да. Тут Сёрф и Джой, это у них коллаборация. Я когда тут был, я первый в ОГТ поехал, облокотил его об столб, он у меня грохнулся, короче. Поцарапал раму, короче. Куда это, что ли? Нет, на том, на первом. Потом, короче, поехал за шлем, он упал, короче, раздрался, и седло такое, ну, не сейчас там повыше. Весь покатал велик. Вообще, ну. О, Настя. Мы тебя там ждали, тебя там не было. Внизу дороги, вон там ждали. Внизу я вообще по-другому. Ставь аккуратно, или у Стаса ставь велика. Только вот с этой улицы, с которой мы спускались. Да? Пили с Настей в Красной Поляне новый тип сёрфа. Короче, я с мая хотел купить эту штуку. Она, правда, размера L. Я прям в ней сейчас иду. Она такая достаточно теплая, хотя она типа из хлопка. У меня вообще есть из хлопка, ничего нету. Вот вышли в Вибрамах с Настей на сегодня. Такой типа день отдыха. У нас теперь есть специальная одежда для похода в Сёрф. Мы из Адлера по новой дороге на 960, потом на Защитников Кавказа, потом спустились тут вниз и потом сюда. И это нормально. Сколько у вас получилось по КБ? Ну, подъем где-то 1,5 километра, километров, наверное, 80, не знаю, уже. Не знаю, может быть. Это вот Стас. Привет. Это его. Привет. А, Настя отдыхала, да? Да.
она в туалет пошла. Встали? Да не особо, сегодня как-то нормально идет. А сколько там подъем получилось в целом? 1,5 километра. Ну, от дома, да, сзади всего 1,5 направим. Там надо сканировать. Да. Меня с собой. Да, темповый, да, 170 плюс этот путь. Ну ты через встречку поворачиваешь, да, рили? О, видел, да? Подождем или поедем? Поехали. Может, подождем? Поехали. Думаешь, там никого не будет? А там что, можно? Там что, можно? Там нормально, да. Там нормально? Сказали, вот тут можно. А дальше там ты будешь перепрыгивать через бордюр. Да не факт. Они ж как-то, они ж не через бордюр перепрыгнули, они скорее всего так же заехали и поехали. Сейчас Настю найдем, смотри. Оп, точное местоположение Насти. 700 метров. Я не знал, что локатор умеет соединяться прямо с телефоном в режиме онлайн и запрашивать через GPS у него реальное местоположение, прикинь. Сейчас ты заметил, стало теплее уже? Нет. Мы на 200 метров спустились вниз, стало теплее. Не заметил. Чуть-чуть теплее, на градус где-то. Это ощущается, ветер стал теплее. Сейчас... боюсь, что мы можем под дождь. Сейчас текущий elevation 258 метров всего. Ярослав, там нет дождя. Привет, привет! Привет, привет! О, хорошо. Рвешься на улицу. Подожду, приезжай, ладно. Там сейчас слишком много машин, блин. Откуда дождь вообще? Вы не обещали? Это не дождь, это туман. Это туман. Мокрее, чем, блин, там было мокро. Приезжай, приезжай, приезжай. Гам-гам-гам, давайте. Ярослава пробоина. В каком месте? Ну он доехал, да? Ну ему тогда проще уже дойти пешком до номера. А как давно это произошло? Вот, на повороте. А, да это фигня, он въехал в штрафьяму или что? Или он только сейчас заметил? Нет, ну вот сейчас вот на повороте. Ну, это проще уже в номере вечером. В номере, смысл сейчас. Вот эта рафа легкая, кстати, в ней в дождь ехать достаточно хорошо, приятно, в том плане, что она быстро намокла и быстро высохла. Но с памперсом такая тема не проходит, понимаешь, да? Тебе повезло, что перед домом. Если бы в туннеле, в дождь, это был бы пиздец просто. Я понял, да. Лучше... обидно, что перед домом, блин. Я тебя... не обидно, слава богу, что тут. Mm. Может быть, ты прокололся там, но ты доехал. Ну да. Очень аккуратно это делать все. Сейчас, Настя. Ты как? Я, по-моему, прокололась. Где? Покажи. А, передний сдулся? Ну я в яму какую-то попала и все, видишь? Наверное, там же, где и Ярослав, которая большая была яма? Я тоже.